Мариуполе прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвали автомобиль неподалеку от дома гауляйтера Запорожской области Евгения Палицкого. Сообщают, что пострадала его племянница. Что с ним самим, пока неизвестно. 95-й день героического сражения украинского народа с российскими оккупантами. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости к этому часу. Расисты ударили по пригороду Харькова во время визита Зеленского. В России на официальном уровне признали, у них нет плана, как предотвратить падение экономики. Над страной снова встала тень дефолта. Формально, я считаю, это не дефолт. Хроники импортозамещения. Завод «Локомотив» будет выпускать прокладки, а в Москве пройдет неделя моды с российскими дизайнерами. Однако шить приходится из заграничного. Россия ударила по Харькову сразу после приезда Зеленского. Президент Украины приехал в город провести совещание по поводу восстановления домов и разрушенной инфраструктуры. И заодно уволил местного начальника СБУ. Мол, тот соблюдал не интересы народа, а свои собственные. Треть области все еще в оккупации. Расисты обстреляли район поселка Жуковского и северную часть Харькова. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, магазины и гаражи. Я родилась во время войны. Умирать не хочет. Дома я сварила борщ. Борщ варил. И вам в квартиру попало? И вот неожиданно так отскочила. Там я стояла, боюсь куда идти. Расисты беснуются на оккупированной территории и вовсю стараются закрепиться. На въезде в Херсон сорвали украинский герб. В Мелитополе маргиналка Чечерина помогает воякам прибивать странную надпись к указателю с названием украинского Мелитополя. О, надежно! Ну, красота! В воспаленном мозгу главная певица оккупированного Донбасса имперское православие уживается с ностальгией по советскому. Желтое с мокрым, ананас с Пушкиным. Это не оккупация, говорили они, но мы уже видели и слышали, как по странной логике путинских прихлебателей можно запустить своих военных в Крым и сказать, что их там не было. Однако бегать Чечериной по оккупированной украинской территории осталось недолго. ВСУ уже перешли в контрнаступление на Херсонском направлении. Насыпают перца на хвост расистам и под Харьковом. По всем данным, Россия сконцентрировала сейчас все войска действительно в районе Северодонецка, пытаясь выполнить политическую задачу. Там военных задач очень мало. То есть даже если мы представим, что украинская армия отойдет из Северодонецка, это никаким образом не улучшит тактическую обстановку для России. Я бы сказал, обстановка даже ухудшится, потому что там есть свои особенности географические. Поэтому то, что Украина сейчас начала операцию в Херсонской области и, кстати, в Харьковской области, это все диктуется как раз соображениями благоприятной обстановки, которая сформировалась в результате того, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, а Украина в это время проводит свои операции для освобождения украинской территории. Российские танки увидит вся Европа. Сожженную технику, которую показали киевлянам, вскоре увидят жители других стран. Проанонсировал новую выставку министр обороны Украины Алексей Резников. Подчеркнул, российские пропагандисты мечтали, чтобы их танки дошли до Атлантического океана. Поэтому украинцы помогут им с логистикой, чтобы всю мощь уничтоженного российского металлолома увидели жители Севильи, Лиссабона и Бордо. Расисты продолжают мародерить. На зерне и унитазах они не останавливаются. Из Мариуполя в Ростов отправят 3000 тонн украинского металла. До оккупации на территории порта находилось до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. А из Херсонской области полным ходом вывозят зерно в Россию, уже не таясь, заявляет гауляйтер Стримаусов. А российские власти вовсю трубят о рекордных урожаях зерна. Россия в текущем сельхозгоду может экспортировать более 37 миллионов тонн зерна, в следующем 50 миллионов тонн. Урожай зерновых в России в 2022 году может существенно превысить прошлогодний и приблизиться к максимальному. Обходят санкции.
санкции как могут. Казахстан запретил дальнобойщикам России и Беларуси доставлять в страну товары из ЕС. Белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков, будут задерживать. Напомню, в начале апреля Евросоюз ввел запрет на въезд грузовиков из России и Беларуси. В свою очередь, Минск ввел контрсанкции, запретив въезд машин, принадлежащих европейским перевозчикам. После этого в белорусском транспортно-логистическом центре происходила перецепка или перегрузка, а далее груз везла белорусская или российская компания. В России на официальном уровне признали, у них нет плана, как предотвратить падение экономики. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы. К тому же над великой страной снова встает тень дефолта. Иностранные инвесторы все еще не увидели на своих счетах выплаты по российским государственным облигациям, пишет Bloomberg. Российским чиновникам приходится оправдываться. Эту риторику мы не раз слышали. Не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный подъем, ну и так далее, и в том же духе. Формально, я считаю, это не дефолт. Но с другими участниками рынка может иначе быть определено. Повторяю, когда мы хотим и готовы, это не значит дефолт. Дефолт – это когда не можем. Отношение, да, когда Россия вынуждена прекратить или не может по каким-то политическим или другим экономическим вопросам. В данном случае она желает. Препятствием являемся не мы, а иностранные государства. Хроники импортозамещения. Экспорт из 20 стран в Россию сократился на 50%. Фактически страна лишилась ресурсов, технологий и товаров из-за границы. Однако местные не унывают. В Удмуртии собираются запустить производство женских прокладок. Выпускать их будет завод с гордым названием «Локомотив». Помимо средств женской гигиены, завод займется производством стройматериалов из переработанных ПЭТ-бутылок и пластиковых карабинов. А Москва тем временем вовсю готовится к неделе моды. После того, как из страны ушли крупные мировые бренды, страна сосредоточилась на собственных дизайнерах. Журналисты пропагандистских каналов уже вовсю трубят о том, как легко россияне обходятся без всяких там Zara и Mango. Но есть один нюанс. Это сшито российскими мастерами. Да, конечно. А ткани конечно. Российские? Ну, к сожалению, нет. Вот тут проблема, опять же, которая тоже возможна и очень важна для недели моды, потому что производителей тканей у нас на сегодняшний день отечественных практически нет. В Ростовской области задержали мариупольчанина, который готовил по заданию СБУ, конечно же, теракты в школах. Он рассказал, завербовал около 800 российских школьников в нацбатальон «Азов». Получается, что «Азов» на территории России состоял из школьников, граждан РФ. И логово украинского национализма все это время работало под носом у простых россиян. Эх, не там Путин проводит спецоперацию. 11 января я его встретил. Он сказал... Ты с Лисом поедешь в Москву. Вас встретит какой-то человек по имени Сергей. Я его знать не знаю. Вот. Он даст вам оружие. А Лис должен меня научить делать коктейли Молотова. Вы должны устраивать там колумбайны. Колумбайны, я по новостям знаю, это взрывали в школу. Убивали детей. Пермь была. Нет, Татарстан. В Хабаровске две бабушки находятся в заточении из-за отсутствия лестницы в доме. Сотрудники управляющей компании в аварийном дореволюционном здании разобрали лестницу. Теперь две пожилых хабаровчанки получают продукты по веревочке на второй этаж. Нет, это не разрушенные Россией города Украины. Это Мордор, где не было войны. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Мальчика Алешу из Белгородской области приняли в юнармию. Церемония посвящения провел целый начальник главного штаба движения и олимпийский чемпион Никита Нагорный. Достойная смена растет у Гитлерюгенда. И это они обзывают украинцев нацистами. Напомню, 8-летнего Алешу режим Путина сделал одним из своих символов. Мальчик прославился тем, что провожал солдат в Украину. В России выпустили также лимитированную серию шоколада с его изображением, чтобы отправить своим военным, которые убивают украинских детей. А на эту минуту у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах, а поддержать развитие YouTube-ресурсов Нехта можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх и распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей, и так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей!